Вот так вот, уважаемые зрители. Вот что получилось из вчерашнего видео. Как бы я ни старался, в лесу не чистил, не отбирал их, но вот такой тщательный досмотр каждого гриба привел к тому, что вот посмотрите, вот пол ведра всяких червивых хрюши. И хрюша у нас еще вот такой здесь. Вот он. Вот, короче, пол ведра вот такого червивого барахла получается. То есть очень много червей. Очень крепкие, маленькие такие прямо лампочки. Как бы разрезаешь, а там чернота внутри. Там пол ножки чистая, шляпа черная внутри. Или с большим количеством дырок и червячков. Такое, конечно, не очень нам нравится, поэтому мы все это вот, соответственно, в ведро выкинули, сейчас вынесем в мусор. Так что вот, смотрите наше видео, подписывайтесь на канал, покажем что-нибудь интересное. И хрюшу еще покажем, вот такого вот. Ну, хрюша это не трофейный, это наш. Все, всем пока.